Ой, говорит, здравствуй, проснулся поздно. Давай погладимся уж. Лапы сложила. Пятиминутное здрасте от Алисы. Надо куму погладить. Макс там ходит, Макс не белый. Белый не ходит. Ты же знаешь, ты ему сказал, чтобы он сидел в будке. Он тебя слушает. Комары летают. 1-2 комара я заметил, прям находятся, которые даже на солнце, на ярком все равно кусаются. Вот надо все лисьи бока прогладить. А то как же. Ой, лиса есть, а бока не проглажены. Все утром надо прогладить. Ой, кто там? Макс. Это Макс. Возмущается. Какая возмущительная лиса. Меня вчера опять за ноги прихватывала. Как только дети, так у нее начинается. Она пасет их, пасет. Потом, если я вдруг мимо прохожу, такая подбегает и такая меня потихоньку так за ногу. Хрясь, хрясь сзади. Так не сильно, не больно, но как бы ощутимо. Но слушается то, что я ей говорю. Я говорю, Алиса. Вообще она понимает слова. Она понимает слово на «в», куда я ее могу запереть. Если я это говорю, то она сразу понимает, о чем я. Да, вот даже сейчас. Так. Вот. Так что надо искать какие-то другие выражения. Она понимает, когда ей говоришь, что что-то делать, не делать. Потому что сейчас, если буду говорить, она опять будет такая: а, что ты, в чем ты меня подозреваешь? Ты совсем умная. Да, умная лиса. Все понимает. Все понимающие. Вот так. Ну что, все? Утренняя поглажка закончена? Или еще нет? Или тебя еще чуть-чуть погладить? Потом, кстати, даже не подойдет гладиться. Это только вот когда утром встаю, ее вижу, она такая приходит и говорит, ну ладно, давай. Комарили тут летает. Могут унести. Все, Алиса на чеку.